Не так давно я уже рассказывал о простой, но в то же время очень веселой рисовалке под названием Board. На этот раз я хочу поговорить о более продвинутом приложении, с помощью которого можно создать уже более интересный взрослый рисунок. Итак, встречайте рисовалку под названием Infinity Painter. В Infinity Painter есть множество специальных функций и инструментов, с помощью которых можно создать действительно интересный рисунок, но делать это все же лучше на большом экране. Разработчики предлагают пользователям более 20 различных кистей, которые позволят мобильным художникам создать практически любую текстуру и тень. Также в этой рисовалке есть такая функция, как симметрия. С ее помощью можно не только создавать лица или просто круги правильной формы, но и чертить всевозможные звездочки и другие блики. Единственным серьезным минусом Infinity Painter стал не очень удобный интерфейс. На мой взгляд, разработчикам стоило уделить больше внимания этому вопросу, особенно при том, что полная версия приложения стоит $5. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.